Я приветствую всех уважаемых подписчиков. В этот раз я решил записать такое небольшое видеообращение. Спасибо большое за то, что подписались на мой канал, за то, что все эти годы, все эти месяцы просматриваете мои видео. Я читаю все комментарии, только не на все комментарии получается ответить, потому что иногда отсутствует вот та самая кнопочка «Ответить», но с интересом читаю все комментарии. И надо сказать, что комментариев положительных, действительно позитивных, гораздо больше, чем каких-то негативных комментариев. Да, но это неизбежно, да, то есть вне зависимости от сферы, вне зависимости от направления канала, обязательно заводятся тролли, и главное на них не обращать внимания. И в этот раз я решил опубликовать вместе с этим видео другое видео. В 2011 году, если я не ошибаюсь, оно было записано, и тогда я уже тогда потихонечку начинал рассуждать и делиться своими мыслями и соображениями на тему изучения языков. Перескакивал с одной мысли на другую, может быть, оно немного нескладное, и тогда у меня не было такой хорошей камеры, был какой-то такой базовый стандартный фотоаппарат, но тем не менее я помню, как с удовольствием выходил на улицу и всевозможные видеообращения записывал. И сегодня, действительно, я понял, что сколько времени прошло уже с момента записи того видео. За это время мне удалось побывать на нескольких полиглот-конференциях и на последней конференции в Москве быть даже спикером, быть приглашенным в роли спикера. И отсюда к какому умозаключению можно прийти? Да? Если вам действительно нравится какое-то дело, если вы уже выбрали какое-то свое направление, то ни в коем случае не останавливайтесь. Сделайте небольшие, может быть, шажки, но всегда стремитесь к своей цели, стремитесь вот именно приблизиться к своему какому-то идеальному видению. И, конечно же, чем бы вы ни занимались, первые, будь то видео, первый сайт, скорее всего, 90% вероятность того, что ни видео, ни сайт не будет выглядеть очень хорошо поначалу, но, как говорят многие эксперты, это действительно, к этому нужно прийти методом проб и ошибок. Как говорит Джефф Уолкер, да, то есть один из самых успешных американских инфобизнесменов, get it out of the way, just get it out of the way. It's gonna suck at first, but you get it out of the way. И даже те видео немецкого, которые я поначалу записывал, в них есть кое-какие неточности, но главное то, что я записал и то, что я загрузил эти видео. И теперь уже, набравшись вот этого опыта и получив обратную связь от зрителей, от подписчиков, я собираюсь выпустить более продуманный курс с улучшенной озвучкой и с другой графической темой PowerPoint-овской. Поэтому вторая мысль, которую я хотел озвучить сегодня, это действительно примите тот факт, что чем бы вы ни занимались поначалу, это не будет выглядеть так, как вы этого хотите, да, то есть это не будет выглядеть очень хорошо. Ошибки, какие-то неточности, они неизбежны, но главное не останавливаться на этом. Всегда можно вот именно первую серию видео или первый продукт назвать бета-версией, да, так, собственно, и поступают разработчики, программисты, да, то есть когда Windows выпускает операционную систему, поначалу, в первую очередь, они выпускают какую-то бету-версию, а уже потом окончательный продукт. То есть, и, собственно, то же самое я и намереваюсь сделать со своими видеоуроками немецкого. Да? То есть, когда будет уже помещен новый видеокурс по немецкому, он будет помещен очень скоро, именно на этот канал, я старый курс просто в скобочках добавлю бета-версия или напишу старая версия. То есть, как только я с этим определюсь. Если вы еще не подписались на этот канал, пожалуйста, подписывайтесь. На этот канал я регулярно выкладываю видео на тему изучения языков. И буду очень рад, если мои видео окажутся полезными для вас, так сказать, на вашем лингвистическом пути. Спасибо большое за внимание и услышимся с вами в следующих видео.